Королевский монетный двор представляет новый дизайн монет, вдохновленный королем Карлом III. Королевский монетный двор Великобритании представил 8 дизайнов новых британских монет, которые, как ожидается, поступят в обращение к концу 2023 года. 8 проектов, созданных под руководством короля Карла III, изображают флору и фауну, обитающую в разных частях Великобритании, и отражает его интерес к сохранению природы. На одном пенсе изображена рябая соня, на двух пенсах рыжая белка, на 5 пенсах дубовый лист, на 10 пенсов глухарь, находящийся под угрозой исчезновения, на 20 пенсов птица тупик, на 50 пенсов лосось, на 1 фунте две пчелы, на 2 фунтов национальные цветы, роза для Англии, нарцисс для Уэльса, чертополох для Шотландии и трилистник для Северной Ирландии. На монетах останется изображение короля, созданное скульптором М. Дженнингсоном и подаренное Королевским монетным двором в 2022 году. В соответствии с британскими традициями чеканки портрет короля обращен влево, в сторону противоположной покойной королеве. Хотя использование наличных денег и особенно популярность монет в последние годы увеличивается, монетный двор заявляет, что наследие и потребности означают, что эти изменения все еще необходимы. Мы знаем, что значительная часть страны по-прежнему сильно зависит от наличных денег, сказала Ребекка Морган, директор монетного двора. Крис Баркер, менеджер по информации и исследованиям Королевского музея монетного двора, сказал, что традиционно в дизайне британских колоний доминировала геральдика. Это была ключевая тема на протяжении веков, за некоторыми исключениями. Это настоящий переломный момент в истории британской чеканки монет, потому что мы видим полную смену передач, чтобы сосредоточиться на флоре и фауне.